Всем-всем огромный привет! Сегодня я готовлю печень в кляре. Самое простое, что ни на есть блюдо. Я взяла здесь 0,5 кг печени. Сейчас я ее немножко присолю. А, кстати, я ее помыла, почистила, чтобы ничего тут не было. И желательно, чтобы жидкости тоже не оставалось. Я ее на сито положила, чтобы жидкость вся стекла. Теперь вот немножко соли. У меня тут вот сушеный чесночок. Специи, какие у вас есть по вкусу. Я сегодня у себя нашла вот для курицы. Больше ничего нет, даже перца нет. Все. И чесночок. И соль. Немного это все перемешаю. Все, у меня это будет стоять теперь. Так, что я еще взяла? Взяла я муку. И взяла я 2 яйца. Яйца я тоже сейчас забью. Третье яйцо разбивать сразу не стала. Думаю, по необходимости его разобью. Вдруг мне 2 достаточно будет. Экономлю. Экономист. Также мне нужно будет масло подсолнечное для жарки и сковорода. Все, это блюдо готовится буквально там за 5-6 минут. У меня все это быстро готовится. Сейчас я иду жарить уже быстренько так. Ставлю масло разогревать и жарю. Наливаю в сковороду масло и поставила греть. У меня новая сковорода, мраморная. Вот, порадуйтесь за меня, девочки. Ну что же, жду, сейчас нагреется. И буду быстро опускать печеночку. Итак, что мы делаем? Опускаем печенку в муку. Я хорошо обваливаю. А теперь это все в яйцо. И все, и выкладываю. Так вот обжариваться. У меня поджаривается, я прикрою крышечкой, пусть 2-3 минутки прожарится. Первую партию приготовила, теперь обжаривается вторая партия. Ну вот и все, все готово, очень быстро, легко, всем доступно. И немножко разнообразия, очень вкусная печеночка, вот. Наш обед. Огурчики и печень. Ну что же, я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. Готовьте печень в кляре вместе со мной. Всем пока-пока.